К другим темам. Восточные декорации, звездные гости, живая музыка и дегустация вкуснейших блюд от поваров из Турции. Все это можно было увидеть на открытии нового турецкого ресторана в Махачкале. Кулинары в Дагестан приехали совсем недавно, еще даже не знают русского языка. Общаться с персоналом приходится через переводчика. Так что можно не переживать, блюда будут точь-в-точь, как в Турции. На открытии побывала и наша съемочная группа. Асель Манапова расскажет подробнее. Интерьер ресторана – восточная яркость. Примечательные детали и специальное освещение. Главный шеф-повар и 7 его помощников прибыли в Махачкалу, чтобы радовать посетителей настоящим вкусом турецких яств. А эффектная подача десертов и мясных блюд не оставит равнодушными даже самых опытных гурманов. Наш ресторан – это Адана Кебаб, семейный ресторан. Мы специально пригласили с Турции поваров готовить турецкие блюда. И помимо турецких блюд у нас есть турецкие сладости. А фирменное блюдо у нас Адана Кебаб. Коронное блюдо, как и название заведения, Адана Кебаб. От одного запаха нежнейшего мяса, приготовленного с настоящими турецкими специями, можно потерять голову. А готовить ее будет шеф-повар Халид Дагдеврен, который до этого работал в ресторанах Анталии. На самом деле в Турции это блюдо очень острое, но мы здесь делаем остроту поменьше, чтобы каждый смог поесть и оценить это блюдо, и чтобы всем понравилось. На открытии ресторана настроение создавали не только щедрые угощения поваров, но и приятная восточная музыка и песни. Для гостей ресторана также была проведена викторина с шуточными и в то же время интересными вопросами о Турции. Ответившие верно получили сертификаты на посещение ресторана. Вопрос к вам, Магомед Расул. У кого Филипп Бедросович Киркоров украл песню «Ой, мама, шикадам»? Как этот был популярный такой? Я Аманала. Тельман! Нет, близко. Тельман рядом. Но... Таркан. В Адана Кебаб каждый найдет для себя что-то вкусное. Овощи, мясо или рыба. А турецкий чай с пахлавой или ирмик отлично завершат вечер. Первые посетители ресторана уже оценили блюда от зарубежных поваров. Очень красиво, в турецком стиле все. И вот только я поел чечевичный суп, я во многих этих турецких ресторанах за границей его ел. Она точно такая же вкусная. Мне очень понравилось. Тут царит культ мяса. Несколько видов шашлыков из баранины, люля-кебаб, шашлык из курицы. Кстати, специи, а также чай и кофе сюда привозят прямиком из Турции. Меню также традиционные салаты, турецкие лепешки, пиде с различными начинками, запеченные овощи, десерты. Первое впечатление, конечно, очень хорошее, приятная обстановка, уютно, очень вкусно готовят. Скорее всего, это не первый раз, который я сюда пришел. Также подумал уже со своей семьей тоже сюда прийти. Обстановка действительно очень приятная. Я уже вот в Инстаграме и в WhatsApp уже всем своим друзьям скинул, то, что здесь очень хорошо. И я думаю, и друзья, и я сам тоже сюда часто будем приходить. Если вы не успели слетать летом в отпуск, не расстраивайтесь. Теперь кусочек Турции есть в Махачкале. Окунитесь в атмосферу Востока вместе с Адана Кебаб. Асель Манапова, Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала.